Че, глянул коктейль золота? Чего еще раз? Коктейли, Леха скидывал фотку-то. Сейчас, подожди. В WhatsApp там чуть выше здесь. Горбатая гора. Анаболик. Сперма аллигатор. Бомбалейла. Смерть в полдень. Голландский штурвал. Светофор. Горящая явка. Револьвер. Хиросима. Минет. Куни. Умри, стерва, блядь. Ебать, как ты, я ебу, блядь. Нормально. На седьмой сервер заходи. Я на седьмом, по-моему, да. Ебать там, блядь, голландский штурвалом. Во-первых, на двоих, нахуй. Этот состав я ебу. Трипл сек, водка, текила, джин, пиво, табаско, абсент, молоко, содовое, шампанское. Это что вообще получается-то, блядь? Охуеть. Приглашение от какого-то Red Suit Beer. Принимаем. Ну. Бля, бомбу. Кузончик тихо въебать. О, мы в середине. А, блядь, с десятками. Заебись. А чё у тебя вот значок там? Чувак честь дает. Слева написал. Тут просто всякие такие какие-то, блядь, значки у меня нет ни одного. Я тоже куку не хочу. Играешь два дня. Вообще-то не два дня. С 8 февраля. Бегом направо за мной. Да-да-да. Бегом-то не получится. У меня медленный этот хуй. Не уезжай далеко еще налево, иначе тебя разъебут. Еще по траве, блядь, тем более. У тебя танк весит. У тебя танк вообще охуенный будет. Следующий уже девятка, вообще нормально. 85. Вот так вот, и я едь правее. Если ты поедешь, вот видишь, вот где вот выехал Барас, Бориска слева. А, вот он выехал, ему уже полъебала оторвали. Пиздец, конечно, пока ты доедешь, блядь, может, бой наверху закончится. По мне уже там кто-то, блядь, шмаляет, нахуй. Ну, мимо, правда, блядь. Я говорю, вот, он по асфальту нормально ездит. Вот по траве и по песку это пиздец. Здесь такая херня, да, здесь по грунту, по тяжелому, по вязкому грунту, меньше медленно едешь. Как оно что там и было? И пешком, наверное, так хорошо. Сопротивление средней поверхности, там... Мягкая, ну, я... жесткая. Ну я где-то читал, да, я где-то читал. А там не надо читать, на танк наводишь, у тебя будет написано. Ну вот я, может, наводил. Где-то я, короче, видел. Наверное, там и видел. Блять, пиво кончилось.
А, ёпта. РР. РР нажал. Ебать, ты уже уехал, блядь. Ну, у меня в горке 20 км в час еду. Я не в горку, 16. Сухо пишет, я потом тебе все расскажу, Шека, что тут происходит. И что тут происходит? Не знаю, там... А, у меня танкование, а там чувак в Питере в баре фотку кинул, там коктейли всякие. Сперма аллигатора, минет, куни, голландский штурвал, что-то еще там, блядь. Смерть в полдень. Умри, стерва, блядь. Я говорю, ебать, название коктейля. Вот он пишет, я тебе потом расскажу, что тут происходит. Понятно. Че, Егоров, в танке регайся. Будем танчить, нахуй. Да-да, миллион мне скидывай на карту. Да, охуел, один кричал, 10 тысяч, блядь, миллион, блядь. Миллион это уже, блядь, за гранью добра и зла. Это просто уже вне закона, блядь. Вот это ему. Прилетело, блядь, да. Ну, вы, ребят, тут, конечно, извините. Ценничек, конечно, высоковат. Да не высоковато, да хуя, блядь. Ну, у меня до скуфа осталось только два показателя. Чего, блядь? До кого, блядь? До скуфа. Чё за, блядь, слова, нахуй? О, ёбнули типа. Тихо, не вылезай сильно, там ПТ-шки стоят. Вот. Да, я первый проеду, у меня броня чуть другая. А там десятка, блядь, я её хуй пробью вообще. По углу, если ты поедешь, только не упади вниз, смотри. Не упаду. Дальше мы не езжаем. Вот вставай вот так вот. Правее от меня. Подожди, знаешь что, встань просто. Не выезжай вперед, я сейчас разъебут. Вот тебя опять НБЛ. Так я не вперед, блядь. Вот так нахуй, ёпта. Ромбиком нахуй. А видел, там дерево упало? Вот здесь вот, вот куда я смотрю. А-а-а. Значит, там какая-то печара стоит. Ну, ПТ-шка там, мой ПТ-шка. Стреляй просто блиндами туда. Да, оттуда бьет, но она левее находится. Там, этот, там арта стоит. Да-да-да, я говорю, ПТ-шка. А тут понятно, блин, попал ты или нет? Я нет, на арте я понимаю. В конце игры, понимаешь. Знаешь, что делаем, бро, смотри. Повторяй за мной. Да. Ой, смотри, смотри, там как раз Ис едет. А, сука. Успели. Если ты еще не упал, ты видишь эту ИСа седьмого сверху? Я вижу, но и, блядь. А, мне в жопу ебанули, суки. Нахуй. Давай-давай, вон он не видит нас. Не попал, сука. Забей на него, все. Ну все, его... Его... Да, его забрали. Вот так, не заезжай далеко. Может, к этим надо было в лес поехать, блядь, нет, разъебать. Мы просто в такой позиции очень хуёво. Ну, вот всё открыто. К церкви подъезжай прям. А, это не ты, это. Хотел сказать, как вон. Ну, вон. А мы левее, блядь. Короче, бро, знаешь, чё, похуй, поехали вперед. Езжай вперед, я за тобой прям. На размен. Да, левее, блядь. Да я еду с тобой, я не за тобой, блядь. Поехали. Левее бери. Да, вот. Ну, все, передано, черт, все где-то.
Смысла нет, иначе мы бы сейчас стояли и прочили бы это. Блять, а как тебя разъебали так жестко? А нет, ты еще жив. Нет. Ааа, сейчас меня будут, блядь, разъебут. Все. Пошел нахуй, кожаный механический хуй, блядь. Ясно, выходи, где какой второй танк есть? Восьмерки никакой, артаж шестерка только. Бери шестерку. Я помню, на этой карте еще дрочился. Помнишь, блядь, учебную академию ту проходил, блядь, где просто не на месте стоят, видно их прицел, блядь. Угу. Сука. Сейчас бы уже на изи прошел. Давай, пикай. Артусую. Я у тебя, блядь, прям, блядь. На, хотел музончик же врубить, блядь. Тебя потом опять, нахуй, YouTube, блядь, заблокирует. Нет, это, нет. Радио. Ну, танки-то, блядь, алло. Не разворачивается, прикинь. 500. А, все вроде. На, это то, что во время загрузки, нахуй, блядь, свернулся. Чё я еще? А, это ты, блядь. Я думал, я, блядь, на арте и топ еще думал. Нихуя себе, блядь. Да, блядь, сворачиваться во время загрузки чревато, блядь, в танках. Сейчас пока загружусь, нахуй. Пол игры пройдет, блядь. Бля, вот эти бетонные хуни-то, сколько там, блядь, бетона заливали мужики, блядь, я ебу. Зашел тут уже, блядь, бойня вовсю, блядь. Пуф, нахуй. Пуф.
попал, но, блядь, непонятно, сколько он сразу же исчез, нахуй. Так, задумал гандон. Да ладно. Сзади, блядь, пидорас. Ой, я живой, нахуй. Чё, блядь? А чё мне ремка не юзается, блядь? Нет, нет. А, может, кончилось, слышь? У тебя автопополнение есть? Не знаю, надо будет глянуть. Нет. 3000 стоит. Да вот так быстро едешь, блядь, педрила, во. Лёха, наверное, пошёл в этот, в бар «Голубая устрица». Наверное, блядь, там такие названия, я ебу, блядь. Ну да. Так что, Лёха, крас в столице? Или голубая луна там какая-нибудь. Голубая лагуна. Победа! Так, погоди. Задача блок 1 выполнена. Выполнено одно условие. Урон по СТ на 12 тысяч урона по соседним танкам. Отлично. Следующая задача. Ага. Не-не-не. Все правильно, да. Но ты хочешь с отличием их выполнять? Она тебе, по идее, нахер да. Не надо. Хочу. Оно, по идее, говорю, так, нахуй ладно. Нужно это с этим отличием, понимаешь? Ну, там бонусы дополнительные, чем, блядь. Ну, блядь, серебро дополнительное. Бери восьмерку. Так, погоди. Так, ПВ. Малиновка подробнее тоже, блядь. Тоже применить опыт, нахуй. Поебать. Суммарный опыт, сука, 1000 не хватает, 1500, блядь. Хуй с ним. Потом, блядь, нагрепаю. Че, готов? Да-да-да, я же нажал уже. Ай. Вот я дебила кусок, блядь. Я думаю, чё за хуйня? У меня, блядь, эти-то не включены резервы. На бой сейчас жмёшь, что-то включишь. Не, я просто два боя выиграл без резерва, блядь. У меня было сейчас 7000. Всё, бро, надо голды, кстати, купить. Блядь. Надо будет сейчас сначала проверить, могу я нормально купить или нет. Ты разобрался, как бабки выводить, блядь?
Не разбирался еще. Нет, пока так-то хватает, но сейчас за коммуналку надо будет платить. Придется выводить, блядь. О, у нас огнемет, нахуй. Да, я, блядь, за бабки выкупил этот танк. Его уже не собрать никак, да? Да, его не собрать и не купить никак сейчас. Не знаю, пацаны говорят, хуета. Не знаю, по мне так вообще... Не знаю. Я по приколу его поиграл тоже, блядь. Он еще спереди, он нехи пробиваемый, его хуй пробьешь, я вот на... Да, и сколько на раз, тигре... В НБЛ ему стрелял, ему похуй. На семерке в него, блядь, хуячишь. Не пробито, блядь. Думаю, ебать, че, блядь, демон, блядь. Хотя он сушка, ну, по классу, блядь. ПТ САУ. Ой, ну, ПТ, он САУ, да. САУ, сушка, да. А, блядь, как тяж, нахуй, спереди, хуй пробьешь вообще, блядь. Да, блядь, пусть видит, нахуй. Конечно, лучше пусть не видит, блядь, позицию. Он сверху там, блядь. Два легких танка около маяка хуячится, блядь. Наш проигрывает. Так кто меня, блядь, обнаруживает постоянно? Бесит же, блядь. Ну, блядь, хуй сос, блядь. Едем, бро. Как я, блядь, в башню вот хуярил, блядь? В пизду! Нахуй. Хуяться, пошел нахуй, блядь, помощник ебучий, блядь. Хватит, концеп пушки такая хуйня, блядь. Вот ты бластером, блядь, будешь хуярить, блядь. Глушак, блядь. А, это глушак. Это рышак.
Потому еще, может, и даже выиграем, да? Ну, такая вся хуйня сейчас. Вообще легко въебать еще можно. Ну, можно и въебать. Алло. Алло. Чё, танкуете? Или чё делаете? Да. Въёбываем, блядь. Это он Скорпион, не ты, что ли? Да. Ну, в смысле, там у них тоже въёбок на Скорпион. Бля, если он сколько? 2500 придал, блядь. Или сколько? 2100, блядь. Да, блядь, думал, я объеду их сзади, нахуй, там Скорпион, блядь, сидит, ну. Это знаешь... Ну, понял. Просто, блядь, где заспавнился, там и сидишь, короче, на ПТшке. Отлично же. Но у нас есть БЗ. Чё ты, Влад, будешь? Ну, на каком уровне? Да? Угу. Я ж пока... Девяток-то нету, блядь. 100 000 надо. 100 000. А до Крусейдера... Если такого опыта, да, чистого, блядь, то где-то... Нет русской клавиатуры, блядь, я не знаю, где буквы, блядь. Если со свободкой, то где-то 1500 еще надо, и будет Крусейдер. Не баба. Так, восьмерки, да? Бля. Да. Так, а что по заданиям? Что, по-любому есть восьмерки, которые ты хочешь покачать. У меня есть одна, да, которую я качаю. Вот. Вот, у меня тоже есть одна, которую я хочу покачать. Почему у меня дилей на стриме такой жесткий стоит? Ты что, там тоже стримишь, что ли, Ивать? Да. Он же писал, типа, блядь, создаю конкуренцию, бро, блядь. Теперь, получается, я в двух телевизорах, нахуй. Да. Охуеть, в американском, так. И в русском взять. Пиздец. Чё, придется это... молчать, что нахуй. Подписчиков, бро. Алексеев. Подожди, тихо. Не буду молчать. Охуел мне тут рот затыкать, блядь. Я на своем, блядь, стриме сижу, блядь, мне рот затыкают. Нихуя себе, блядь. Ага. Так, давай, кидай приглас, кто там? Главное, не я. Сейчас кину, погоди. Какой нахуй YouTube Music, блядь? А ты что, звал тоже на YouTube? Да? Так нас с этими матами... Нас с этими матами там в первый же день забанят навсегда, блядь. Всё.
Так, я пока ты заходишь, Влад, я пойду в уборную пока схожу. Так, блядь, я тут мне только приглас нужен. Ну, приглас пока нету. И... Готов, я еще не нажал. А, вот она, где она. Надо попробовать, блядь, этот, почитать про ОБС хорошенько нам обоим и замутить потом, как у Сноубоя. И дал, когда он там, а что там с пацанами играет, там его камера, камера у чувака и камера у другого чувака. У него там на экране-то все выводится, блядь. Ну, то есть... блядь, все на Сноубое, нахуй. Ты сам что-нибудь придумай, блядь. Не все. Не, ну фишка-то нормальная. Ты танк выберешь, не? Гизма, каху и сос. Я говорю, тут не пупой глаз нужен, блядь. Я думал, что взять. Сколько ты уже пива? Так ты говоришь, у меня одна восьмерка есть только. Я немного, литрушку. Ебать ты слабый, как и я, нахуй. Литрушку выпил, блядь. Так он да, домой взял еще по-любому сейчас будет пить. Не, какой он на работу завтра, бро, блядь. А мне не на работу, блядь. Ебанулся. Ты уже, блядь, настолько, блядь, сильный, что тебя вообще, я не знаю, что там можешь взять только. Ты можешь. Женя, я не ты, нахуй. И спокойно на утро встать на работу. Таксу знаешь. Че, донатим, бро? Так у меня в подписи нету почему-то в магазин. А так согласен? Донат так будет, конечно, согласен. Согласен. А без доната? Слышу, да, Влад? Не. Не, такое, блядь. Ну, ради друзей. Такое просто так не делается, нет. Даже ради друзей. Бро хотя бы за косарь ебать. Бро до зарплаты живет, блядь. Это заводка еще идти надо будет, так что нет. Ну давай, ладно, полтора, сейчас... полтора, бро. И Влад, соточку так, блядь, для приличия. Ничего не путаешь, нахуй? Нет. Не, я не тебе. Вот, блядь, такая хуйня просто, блядь, это жесткая хуйня. Стакан водки залпом, блядь. Там за пиво надо будет. Все меня... сюда, блядь. У меня объект. Сейчас арта как Влад, где стоит объект 777. Он за скорпионом стоит. Ну, да, да, вижу. Охуенно. Сейчас его подвинуть, это не вижу там. Ну, Жек, ты там нахуй не лезь, сука, ебать. Я его сейчас нахуй вытолкаю отсюда, блядь. А у меня здесь, ты мне здесь нахуй не нужен, блядь. Печара ебаная, блядь. Встал, блядь. А ты хуй его вытолкаешь. Мне похуй. Ну там девятки, хотя бы десятки, блядь. Блядь. Приехал нахуй, тяж, блядь. А, ебать. Блядь, а нахуй так поехал боком к ним. Хорошо,
Так, что там? О, еще там у нас ебанули. Ёп, тут телемопсель. А-а-а, Женя. Ебать! О, нихуя себе. Там у них еще и светляк стоит. Что это хуйни? Да, вот где-то в кустике вот там. Где-то вот здесь. Наверное. Да-да-да, он я заблокировал. Спартанец, что-то получить урона нахуй, блядь. Не знаю. Пидорас на елке ебаный, блядь, в низине, уебище ебаное, нахуй. Короче, я спартанец, там... нахуй, пацаны. Что? Я не знаю, попал я, но я стрельнул, короче. Ну, а ты видел вот... песок? Я не видел. Гусеницы с шипами, нахуй, блядь. Ну и плюс я стрелял за этот, за кустик. А так. А он по мне попал. Это, Влад, у тебя этот, блядь, хрем, да, какой-то? Нет, это, блядь, нет. Качаю, которую я восьмерку, нахуй. Лучше бы, блядь, был прем. Они попизже этого говна, нахуй. Мне вообще не нравится эта восьмерка. Нахуй, ну, начал качать. Ну, не знал, потому что захотел. Что такое Г? Ну, хочу десятку. Десятка вроде должна быть пободрее. А, но... а, через эту восьмерку десятку хочешь, да? Понял? Ну да, то есть как бы девятку. Хочу просто десятку нахуй вот это. А восьмерка мне нахуй вообще не нужна. Че, сколько еще опыта надо до девятки? Нахуя. Сотку, как мне? Ну, ебать. Летит чемодан нахуй, но не долетел, заебись. Не знаю, Жень, надо посмотреть. Ну, давайте до сотку, наверное. О, елка засветилась. Да, это дохуя, блядь. О, ебать, тай, поехал. Давай, разряжайся, уебище. Ну, стреляй. А вот это у него прицел от головы сел. Что такое было? Засветишь, что ли? Типа? Пидорасина, еще и не попал, блядь. Эрика, в тайпа. Я загорелся нахуй от него, просто он мне борт пробил, ебать. Под углом, похуй ему. Ну хотя хули, девятка, да. Саладин нахуй там стоит. Аладдин, блядь, не стоит. А дождай, когда огнетушитель откадешься. О! Из три, блядь, двухпушечный. Да, это не мой засвет. Очень жаль. Ну, тайп мне. Давай подойдем за тобой, блядь. Понял. Понял. Там уже, оказывается, в бочину ебут. Да, я же говорил, Саладин. О, одного кого-то убили, блядь. Заебись. Сушку, блядь. Ну, объект красава. Отличная девятка у меня в команде. В кавычках? Блин, здесь тебе ботно. Сейчас я ему тоже кину, долбоёб, блядь, всю игру там стоит, блядь. 54 тысячи боёб у человека, понимаешь? А чё он, вот у 777 у него брони нету или что, я не понимаю. Я хуй знает, не катался на нем. Ну, углов, скорее всего, у него нет, поэтому он такой. Сейчас же ёлка, ну, блядь. За бездействие тоже, блядь, никчёмная, блядь. Ёлка тоже молодец, нахуй. Вот ихняя ёлочка, он там что-то пытается двигаться, а у нас всё, встал, нахуй. Ну и всё, типа, я свечу, рта топится. Лавыха, не мутится, нахуй. Да. Да, феерическое выражение. Ну, нет, ладно. Тут мы не могли выиграть, тут были девятки. Это не наш бой. Так, для Влада это раскликочная, да? Пусть будет. Конечно, раскликочная.
Не, не говорю, что 3-7 слил всю игру полностью, но он достаточно такой вообще внес импакт, нахуй, чтобы, ну, нихуя не делающий. В чате его обоссадят. Ты видел? Да, я тоже. И потом все нахуй, блядь, вот хуй сосили. Кроме меня, наверное, блядь. Да не, ну, блядь. Потому что я пил пиво, мне было лень. Ну-ка, подожди, вот специально, да? 3-7 объект 2, это прем или, ну, это советский танк, да? Да. 7-7-7-7-2, так, блядь. Или это 8? Предосмотр машин, 9 это... Значит, это прием, блядь. Прием у советов 8 только я вижу. Ну, не, может. Ну, блядь, просто зайди на его танк. Ну, я так на него перешел. Типа через сбой. Это, который недоступный, походу, сейчас. 9. А где он, блядь? Это какая-то коллекционная техника сейчас. Ну, может быть. Броня. Может, его в этом нету, нахуй, блядь. Корпус. Время 132, нету, блядь. 115. Сколько в башне у него? 258. Ну, лючки такие. Короче, не зря я там долбей покинул, нахуй. Бездействие. Бот с такой броней, блядь. Лючки. Так у него углы наклона, блядь. Там брони нормальные. Поехали. Минус 6 у него. Углы наклона, говорю, этого, блядь, брони не УВН. Mm-hmm. У него такие за это, затупленные, ебать там. Ну, а он просто решил постоять в кустах. 54 тысячи боев. Вот ладно, Караванов на тяже идет в этот. В куст. Он нихуя не понимает еще. Но в 54 тысячи боев. Там может же, просто. Купленная карта. Каждую, блядь, можно, блядь. Каждая карта. Каждый пиксель уже, блядь, знать. Чё, бро, ты за водкой когда? Так донат, если будет, блядь. Так я говорю, давай, 1.5 максимум, нету больше баба. Как раз на воде ухватит. Ну, нет, блядь. И Влад, соточку, ну так, да, приличия просто. Нихуя ты, блядь. Ну, блядь. Мне это нахуй не надо. Ладно, подпос. Чисто поугарать, чё, блядь. Надо мной, блядь. Жека, ты хочешь на халяву, что, блядь, позырить, блядь, поугарать, блядь. Нихуя, блядь. А нахуя мне это надо? Думаешь, я буду смотреть, блядь? Да. Бро, я уже как? Мне нахуй не надо. Бля, что я буду здесь делать, ебать, вообще? Ну тогда я эту запись здесь сделаю, блядь, частной, нахуй, блядь, чтобы ее никто, блядь, кроме бро, блядь, не видел, блядь. Ну и ты потеряешь зрителей. Или в прямом эфире. У меня и так их нет, но хоть не терять. Ну, хуй знает, откуда-то. Так, кто там, блядь, ЖКТ, нахуй там. Так, ну попробуй, блядь, один стакан, не больше, нахуй. Опа, разгонялся, хуй. Ну, ебать, вот это я... Едичка изранена, блядь, разгонялся, хуй. Ебать. Едичка изранена, блядь. Да. Блядь, место? Хуёво. О. Ну, ещё БЗшка, ну, спасибо. Хуёво. Хорош, хорош. Спасибо. Красава, ещё БЗшка, ну, спасибо. Хорош, благодарю. Красава. Ну, как мне через тебя стрелять? Благодарю, дорогие подписчики. Непонятно, что это, конечно, аноним вроде бы написано. Или нет? Бро.
А, ну значит, Буро, блядь, это ты. Спасибо, да, Буро. Ну Е75 это она. О, тут еще Т95, ебануться. Я, наверное, блядь, объеду, блядь, если это поможет. Что там в одном месте тусоваться, тоже такой себе, блядь. Я тоже вот хочу, брат, вот ехать, ебать. Я вот объехал, но тут тип тусуется. И тут это место, блядь, расстреливается, я ебу нахуй, блядь. Он с двух сторон стреляет. Стрел, даже если вылезти дальше, нахуй. Так там не видно даже, блядь, откуда хуярят. Там, ну, пацаны, что-то кусты из кустов ебошат. Да, там по ту сторону. Извини, братан, ты 95 хуйню сказал. Пыканул, блядь, зря. Нам... Да-да-да. Уже все, на. Блядь, до сих пор сюда едет. Ну, и хуй его здесь я пробью, как. Красные это фугасы, да? Да-да-да. Фугасы. Опа, опа, а вот тебя пробью. Блядь, не пробил. Это нормально, не могу. Да и прошло. Пацаны, вы где, там, блядь, давай, 95 не где? Бейте, я тут подержу пацанов. О, нет, не постараюсь. Опять редичку нахуй. Пизда. Том ебаный, блядь. О-о-о. Есим себе. Не можем мы всех ебать. Вот так мне говорят. Так, где у него, блядь? Сука, зелень, блядь. Чё за Т-95, нахуй? Что за хуйня, блядь? Чё тяжёлый за... танк. Это такой ПТ-САО, которая, блядь, бронированная в полном, ему в лючке. Только... Пиздец, нахуй, блядь. Пиздец, я, блядь, выцелил, нихуя, пока выцелил, нас бы уже, блядь, объехали, блядь, и... Да, пизда нам. Пиздец, у них, короче, вот здесь вот гнездо, блядь, ПТ-шек. Это премиум, да, наверное, Т-95 этот ебучий, блядь? Нет, это американский. Нет? Иногда такой, кстати. Девятка, бро, охуенный. Майк офф. Понял, когда будем на девятках, будешь на нем, блядь, играть. А то он что-то какой-то сумасшедший, нахуй, тип. Майк он. Там такая девяточка, бро, ебать. Как пизданет, нахуй, на 700 дэмэджа. И ты такой, опа, все, понял? Так, как мне надпись сейчас, блядь, на экране смутить? Я что-то забыл, блядь. Добавить источник. Шоу, текст, хуекс. Охват окна, наверное, да, блядь? Бля, еще 263 вообще нахуй не светился на карте, да? Не, он сам стоит, где я сказал, где вот это гнездо. Все, все, вижу. Так, бате подарок пришел. Кстати, одеколон купил, бля, за сотку баксов. Нормально. Ну да. Да, вижу, ебать. Ползу еле-еле, ну, нахуй. Про, как ты говорил, вот я в 2500 мы проигрываем, как я стрельнул 396, так сейчас мы должны выиграть, блядь. Я 2300 нахуярил.
Ну, еще можем проебать, кстати, там кобра-то, блядь. Барабанчик выдаст, заберет, нахуй, кого-то. Кобра. Влезшего, блядь, на кобра надо быстро забрать. О, все, кобру забрали, заебись. А теперь это говно. Разъебаны. ВЗ Мудин. Это кто, я что ли, блядь? Нет, не я. Каравана, помнишь это? Муд. Да-да-да. Про Десла, блядь. По жизни он муд. Чё, 21-21? Надо, блядь, одеваться. Давай-давай. Магазин. Чё там за пивасиком? Заводяу, блядь. Да. Я же бессознательный, нахуй. Да, Влад, чё, восьмёрочки. Мне надо два ещё выиграть. Или хочешь десяточки? Давай десяточки. Сейчас надо послать. Подожди, послать скажу. Давай. Блядь, Бурок, как мне сделать вот сейчас надпись на экране, что? Чтоб было, я забыл, блядь. Добавить этот надо. Ещё один... Ну, добавить, вот, а вот добавить, ну, кого? Источник. Изображение. Ну, да, это понятно. Что там, браузер, да, наверное, блядь? Блядь, скачай картинку, ушел за пивом, просто выставь ее нахуй. Нахуй картинку, ну, надпись, чтобы висела, блядь, посреди нахуй всего, блядь. Ну да. Так. Чё, на чём? Давай, на десятку. Вы меня там кикните. Уже. Давай, давай. На дедушке. Угу. Погнали. Ну, по-моему, такая себе карта. Да, у них чё, кран? Окей, ага. Ну чё, за Маусом идём? Маус танчит, мы стреляем. Да, потолкнём его. Быстрее. Да, и пушку ещё поднимем. Проб чекни. Работает, нет? Должно, по идее. О, еще один из присоединился. Маус, наверное, думает, ебать, бля, ты пушку поднимай этот влево, да? Бро. Чекни. Подожди, ебать, тут такая хуйня, ебать. Сиша, пилот, Саня. Нормально, нахуй. Хочу в WhatsApp икнешься одеваться. Мы, блять. Команда на. Мы, команда. Хорошо, вот теперь можно разбежаться на. Главного, биг босса, главное, догнали.
Вот он, смотри, бегу. Опа. Танканул 3 выстрела. Смотри, блядь. А тут уже у нас, блядь, в этой части находятся ребята. Да это-то понятно. Или что, мы дальше хуярим? Я вон за бигбоссом поехал. Отставить этот путь, погнали туда, нахуй. Там мне пизды дают. Так, кран отстрелял, все. Кран на КД? Да. Полная КД. Ну я пол ебала потерял уже. Оставил там пацанов хуяриться. Тоже зря быканул, понял, что хуйня план. Давай ты вперед проезжай. Чё ты нахуй не поехал? А там мы не объедем сбоку их? Кого мы сбоку объедем? 705-го вон там, ебать. А ты хочешь туда? Я Мауса здесь бросить одного на растерзание, ебать? Оставайся с Маусом, ебать. Блять, там леопарда цель нахуй. Леопард он в жопе есть. Да, вон я вижу, он по мне уже уебал, блять. Ебаные, сука, барабаны и пидорасы нахуй. Ну, пизда, ты его не смотришь, да нихуя. Так он переезжает, что ему сделать? Ну сейчас тебе вот жопу зайдут, дави там низ нахуй, значит полностью конкретно. Дальше. Потому что мне... Как бы я стою здесь с Маусом. Сука, леопард, ёбаный, блядь. Можно ехать. Сука. Ну, все-таки стрельнул и пробил. Зря я там вниз спустился, нехуй там было делать. Надо было тебе с нами все-таки ехать и давить дальше. Не, все-таки тут продавили, остался один этот, блядь. Так а мы-то сдохли с Маусом. Ключи, там со всех сторон заговоряли, ебать. Леопард хуярил. Еби его на КД. А, он все, у него 3 выстрела всего. 4 он, видимо, делал. Ебать, еще. Пустил его так нахуй. Но я не могу тоже пустить. А в жопу от леопарда нахуй. Как меня заебал этот леопард, он на мне столько хп выбил, блять. Thank you.
слева, блядь, ты чё нахуй? Куда ты целишь, блядь? Вот этот Калибан, вот что он делает? Он всю игру стоит сзади, нахуй, никчемно, блядь. Ебать, я сушка отхуячила, нахуй. Да. Че ты фугаса не пизданешь, ебало? Толк, ебать. Ты ебанутый. У тебя фугас, еб... 600 ебало кинул, даже больше. Такая хуйня, блять, напрягает. Почему этот ебаный? Я заехал нахуй там и там прошел. Этот хуеплет ебаный, блять, стоял сзади, блять. Всю ебаную игру, блять. Тяжелый танк, блять. Он потому что 8 уровень. Да поебать, какой он уровень, нахуй. Заедь, блять, и че ты от башни от них толкануть можешь, блять. Все, дальше погнали. Чмо ебаное, блять. Каравану, блядь. Посмотри на стрим, ебать, что он там поставил, ебать. Чё там, ну? Да, здесь Ютуб ебучий. Вышел за короткой, блядь. Сейчас погодь. Один мастер, блядь. Так, все тут. Че, на чем едем? Десятки. Угу.
Ну, тогда, блядь, давай вот так. Две стервы, блядь, одна шведская, вторая, блядь, советская. Ну, да. Ну, у тебя попизже так, ну, в чем ну, попизже, в принципе. Блядь, у меня, блядь, сколько у меня? 4 патрона. Ну, у тебя КД долгая, пиздец долгая. 41 секунда. А у меня 5 секунд. Ну, ты можешь и в том режиме ебашить пушкой, ебать, похуй тебе. А подожди, что ты говорил про пушку, блядь? Ну, у тебя же два режима, типа, ну, а пушка, типа, у тебя двигается так, вверх-вниз. У тебя пушка вообще не двигается вверх-вниз. Вообще не двигается вверх-вниз. Вот в этом режиме, в котором сейчас нахожусь, она не двигается вверх-вниз. Она вот чисто в таком положении, все, и влево-вправо. А у меня вон видал, на? Да я в курсе, нахуй. Я могу ехать и поднять дуло, как настоящий мужчина, блядь. Угу, настоящий мужчина, куда поедем, нахуй? Нам тут хуй кто приехал. Я туда дальше не поеду. А мы отсюда, кстати, что-то сможем засидеть? Да я хуй знаю. Типа, у меня есть рога, нахуй, ну, блядь. Ну, у меня тоже какая-то. Типа... Так, рогатый, блядь. Бро ушел за мной. Я пойду вон туда, назад встану, нахуй. Буду тебя прикрывать с верхних кустиков. Вон я торт пошел, приехал. Я пошел, блядь, пить, блядь, алкоголь, нахуй. Не. Спасибо. Ну, а скорее всего, не починит, нахуй. Бля, ты прикинь, какая жопа будет, если проект, то пизда. Сука, это пизда. Я даже, блядь, не пожалею ни единого, нахуй, блядь, рубля, который я вложил в эту хуйню, блядь. Главное, чтобы у них сгорело все нахуй. Хорошо, блядь. Пойду себе подогрею хавчик, я только пришел с работы. Ну, вступаешь, на. Тортой сзади стоит, нахуй, с броней, ебать. Так он только приехал сюда, нахуй. Нахуй. Я ебашу, мне похуй, меня не видят. Давай, ебашу. Теперь видят. Сейчас уебут? СТшка, сука, подъехала. Не было бы СТшки, было бы заебись. Ебать, с барабана забрал БЗ, блядь. Хорош, КД, что ща подменю на. Ну нахуй, леопард ебаный. На 26. На еще нахуй. Ебать, это слышу, тут рикошетят от тебя, нахуй. Да, пробили вот уже нахуй. Ну что, тортик, может, он конёт что-то. Так, кто там приехал? Ага. Оп. И за камушек. Хорошо. Снова на КД, Влад. Угу. Прикрываю. Ебать мы тут с тобой, блядь, два долбобита, оба, нахуй, тортой. Втроём весь фланг. Ну, ебать. Тут три танка, нахуй. Ну, четыре, блядь. Один мы разобрали. Не мы, а я соло разобрал. Да, нихуя. Сколько ты надамажил, нахуй? 2,5 у меня. 2,700, нахуй. Ах ты, сука. Но у меня 1100 еще, блядь, насветил, блядь. Я 1640 заблокировал, на. А у меня 2400 заблокировал.
заблокировано. Пошел на. Ладно, ладно, так все, на КД. А ты голдой ебашь? А, не, не. Я тоже обычными ВБшками. Опа, попал на. Так. Попал на. Выезжай, брат. Блять, торт. Ну, пацан, блять, просто танкуй на, мы выебем их здесь, блять. Дурак, блядь. Нахуя? Сука, не вижу. Блядь, это БЗшка, но пиксель не попаду там, блядь. Я не вижу, у меня там вообще ее не видно. Не попал. На себя, блядь. Ну туда уже спускаемся нахуй. Смотри, что, блядь, леопард приедет, наверное, будем ждать. А прикинь, я застрял. Слышишь? Слышу, блядь, что ты от меня хочешь, блядь. О-о. Ой, иди нахуй, сейчас еще вытолкает меня пить, блядь. О, Влад? Угу. Молодец, нахуй. Толкай его, блядь. Да хули молодец, этот дебил упал нахуй со скалы и застрял, блядь. Как ты, блядь, разбился. Моя подруга приехала, нахуй. Бля, у меня два патрона в этом есть. А я сменил. А ты, блядь, тоже оттуда уехал? Ёб твою моб. Тихо, подруга. Достану обратно, пробу доехал. Да ты стой тут теперь. Я теперь уеду туда. Так, леопард. Там. О, а в принципе она здесь... Слышишь? Она здесь одна, ебать. Пойдем ее нахуй ебать. Погнали. Ты на КД? 20 секунд, 15. Давай, ты вперед танкуешь. Давай. У меня меньше хп. Я поехал. Так. Давай. Поехали. Давай, давай, я за тобой. 5 секунд перезаряд. Да, успеешь зарядиться. Я уже зарядился нахуй. Я еще подтолкну сейчас сзади. Ну где она? На? Топится. Опа. Вон она, вон она. Ебать ее нахуй. Топится, что? Топится нахуй. Не успел. Да. Ебать, 3800 нахуй. 3500. Нормально, солидно. Вот если бы мы так каждую игру играли. Но. Но. В следующий раз. А, нихуя. 3800 и просто только третья степень. Ну да, хоть ты хотел. Та же, 3500 у меня тоже. Третья. Так, ну чё? У меня осталась последняя победа, и она должна быть эпичная, нахуй. Ну, на X5. Бля, шумит, блять! Нихуя там. Ну, па. А, я свой стрим смотрю. Сейчас включите стримочек. Посмотрю за ровными фасонами танков. Танки, снайпер, ебать. На, а ты чё? А ты, ебать, даже без медали. Фу, лох. И ссылочка. Так, что там у меня уже 44? О, бабаха, нихуя себе, что на бабах? Я готов ебашить на бабахе. Я сказал, последняя победа должна быть эпичной. Поэтому, ладно, давай, не раздумываясь, нахуй. Так, а ты что, все? Там последняя туда? Ну, в смысле, последняя, просто X5 снять. А-а-а. Потом можно играть уже, ну, более-менее так, адекватно. Мне надо перевести свободки, ебать, у меня 100 тысяч свободного опыта, блядь. Добавьте меня, пожалуйста, да хули, я тоже на бабахе хочу. Давай, давай. Пойдем. Три бабахи.
Как нас сейчас хуесосить будут? Кстати, внешний вид. Где там? Ладно, потом разберусь. 3 минуты осталось резервировать. У меня бабаха вообще вся разрисована, ебать. Я хочу вот это зуб. Всякой хуйней. Надо въебать на... О, на бабаху въебу точно. Сбоку. На дикаль. Живу в кустах. Бля, Дил на день рождения надо подарить, блядь. Хоть он постоянно въебывается. Иди нахуй. Ну живешь в кустах, блядь. Ну чё, куда поедем? Налево? Просто поесть. Давай, короче, слышь, поднимем дуло и будем ебашить вон, не знаю, что, птиц, в птиц нам. Не поднимается для птиц. Да смотри, бля, не успел стрелять. О, я уже сейчас в свете должен быть. Нет? О, минус 516, чё ёбарю. А это мантикоры, наверное, не уебал. Там, по-моему, арта ему пизануло. Ну или арта, я не знаю. Мантикор. А чё? Так, я поехал туда, он к Дилу, на. Хотя, ну да. Кто там на косарь? Дил, ты пизданул? Да, хотел по ЛТ, короче, по Удусу попал нахуй. ДБшка, что ли, стрелял? Да. Ну, бля. Это мне не интересен клиент, но... Дил, блядь! Минус твой стимка, я в тебя въебал. Я хотел стрельнуть, но Дил не дал. О, ТВП. Да. ТВП. Ну, сейчас, знаете, за это, на центр. Может высветить, нехуй делать. Сделал в башню. Не боимся. И сюда, блядь. Оп, ТВП, смотри, в центре. Ты на меня пизда. Блядь. Критический урон в ТВП, не попал в броню. А, его на гусеницу поставил, хорошо. Ну, я 52 урона нанес. Я молодец. Ты мужчина, блядь. Фраг забрал, забрал. Нет, говорили же, эпическая, блядь, это победа будет. Золот едет, думаю, сейчас нахуй сейчас бабаха сфотографирует, ну, нет. Если бы Денил передо мной не выехал, было бы там урона 400 сейчас в общей сложности. Ну хотя еще, в принципе, что, 20 тысяч хп есть. Вот там бабах. Раз, золото, все, он на КД, ебаш его. Хорош, блядь. Так, надо нахуй выезжать и куда-то хуярить уже сюда куда-то, наверное, так понимаю. Ну, лучше как-то... А, мы сосем, да, это мы... Ёбаем по хп, да. Я говорю, надо как-то... Ничего нового, блядь.
Ну, нам надо как-то выравнивать эту ситуацию, куда-то ближе к центру сейчас смещаться и ебашить в борт вон там пацанам. Да, там гэнг-бэнг, короче, медум, блядь, на том фланге. Арта стоит, ей похуй, он даже не думает переезжать. Я не боюсь, говорит. Я свое отбоялся, отплакался нахуй, отбоялся, говорит. Угу. Ебанут, говорит, да и хуй с ним. Да, обратно, блядь, забираться как-то, ну. Че, назад не будете возвращаться, да? Будем, конечно же. Все, пиздец. Вот она. Моя конечная остановка. Так, заводял я сходил, сейчас он в холдусь подлежит. Она теплая, блядь. Я сейчас просто развернусь, нахуй, мне бачат в жопу выйдет. Сто пудов, я вас уверен, нахуй, на 200%. Пиздец. Тяжелые снаряды. Ничего нового. Ебите меня все. Смотри, чувак, нахуй, пишет, блядь, что-то мы виноваты, нахуй, на бабах. А кто еще? Конечно. Хоть еще урон напоследок нанести. Так требовала душа, нахуй. Главное, суммарно в плюсе вошли в 0.03%. Это главное. Я 0.33. Но у меня все. Но у меня суммарк 852. У меня всего там 500 урона. Но. И ты в плюс вошел? Да. На бабаха на 41%. Арту ездит, ищет, ебать, он, смотри, спрятался, нахуй. Влад, 78, ру. Тёзка, ебать. Ща Лобанова возьмёт. Арта, давай ничью хотя бы, да, семерых, ёбни. На чем?
Десятка так. Ну. Останемся на том же. О, вот хочу вот такой же вот вафлинг засадить, фугасик на. Я тоже хочу на фугасик такой вот засадить сверху. Как я люблю, когда я на ПТ-ш какой-нибудь, и против меня вот вафли, ты фугасик заряжаешь и на косарик ему на нахуй просто въеблет. Так. Правда, если он заряжен, он тоже тебе ебало разобьет нахуй полностью. Че там? Пока перезаряжаться будешь. Сука. Да. Ну, видишь, поставил цель. Ебать. У кого эта карта стыдно? Че, как Костяна в магазине? Золото, у тебя она стоит. Встретил, блядь. Говорю, че куда пропадал? Мне времени нет. А у самого там, блядь, пивас нахуй, блядь. Я говорю, нихуя у тебя времени нет, нахуй. С бропа побухать, блядь. Ну и куда я податься? Я пошел с тязами. А вот, блядь, дил пусть он стоит там, я не знаю, в дома стреляет, блядь. Я тоже с тяжами пойду, из-за тяжи нахуй буду хуярить. Пометьте тебя, что ли, фугасом нахуй. Да. Ебать, вот был бы сейчас Friendly Fire, было бы вообще хуй, как пизданул бы тебе нахуй, не всего. И, в принципе, ты поиграл, считай. Во, 50B, это мой клиент. Так, где ты там стреляешь? Я тебя могу прострелить. Опа, засветился, понятно, я понял. Все, 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 братан, давай 268. Кайфуем. Хорошо. Че, он прогу ебут? Своди. Бам! Хуйня не пробила. Кого ты там видишь, да? 268. Там был. Ничего. Крусик, хуя, блядь. На, въебало тебя, на. Блядь, я ни одного заряда не могу, блядь, стрельнуть. Просто ебут со всех щелей, блядь. Ебать, тебе въебало накидали, нахуй. Союзник потопил, красавец. Команда, блядь. Кстати, сейчас гриля можно заебашить. Да? Да. Блядь, у меня бабаха тут, ебать. Заберу кого-то нахуй. Гриль даже другого цвета какой-то стал, типа. Ну, голубой стал, его теперь можно заебашить. Ну-ка. Проверим сейчас. Давай. Погоди, сейчас встанет, смотри, вот, смотри, встает. Пойдет. Хорошо, ебать. Что делать, ебашь жопу? Кстати, в урон не идет нихуя. Похуй, главное его отпиздить. Предателя, сука. Не проходит, да, урон? Нет. Ну, урон прошел, но не дают. Да, не, урон дает. Фу, сука, слабый, блядь. Топится, блядь. Добивай его, Дил. В него кидай, нахуй. Еще урон будут давать?
Добей этого бича. Ты можешь, даже если он утопился, ты можешь все равно въебать туда. У него же хп осталось. И ты его убьешь. Вот он здесь сделал. Ебать, попал что ли нахуй блайндом, блять, в невидимку. Ебать, я нахуй монстр просто. Где вода? Идите нахуй! Идите нахуй! На вафле можешь по нолям, блядь, нахуй. Ну, так, я только светанулся, мне уже пол лица, блядь, скворечник накидали, блядь. Это все знаешь почему? Потому что твоя золотая так. Хуйня. Это все отдали. Че у вас там место есть в этом, блядь? Нету еще. В дивизионе или как там, блядь? Нет еще? А будет? У меня 425. Ну, Владик, 2400 настрелял, монстр, блядь. Да хули, два раза выстрелил. Давайте. Наверное, вы на седьмом серваке? Да. Давайте как-то будем начинать так же на раз, два, три. Ты что, тебе девятку взял? А, вы на девятку. Пойдем на восьмерке с бро попробуем сыграть, блядь. На восьмерке. Мне же надо еще, блядь, 100 тысяч опыта. Хочу вот на этом, блядь. Давай, бро, готов? Так, сек. А я куда зашел, блядь? Так, а сколько мне еще опыта? Там готов, дохуя готов. Еще мне опыта. Слышь, опыт давай. Ой. Танк выбирай. Танк. Ну, давай вот такой. О, они, кстати, сделали это обнову, что все-таки этот уебок заткнулся нахуй со своим Е-памятник, воздвиг себе нерукотворный, блядь. Так, да, давай, не знаю, давай. Вроде так и читал. Я готов. Давай, раз, два, три. Два, три. Ой, сейчас попадемся, Жиги, как пиздану на 800, будет вообще красиво. Так я, может, за вас еще попадусь. Че ты радуешься, блядь? Ну, все, может быть. Так, мне что-то нашлось. Что нашлось? У нас ничего не нашлось. Сталинград у меня. Ну, все, ты один. Да, ты соло. Повезло. Давай, ебашь там на Мамаев Курван пизду и ебашь. Повезло, потому что я против вас, а то, блядь. Полетели бы сейчас головы, нахуй, блядь. Да-да, мы вчера с тобой против тебя играли, я помню, нахуй. Жека, ты это было на седьмом сервере? Они два это боя, было если вчера, да, на седьмом. Блядь, вчера, потому что даже мы выебываемся. Хоть бро и въебал там, но не выиграли. Что, первый бой? Это было там. Вчера. Я уже опыта набрался с вчерашнего дня, так что... Я там просто старался, разъебывал пацанов. Я танковал, тупо просто выходил, блядь. Я тебя отвлекал убивал, внимание. Тупо. Отвлекал внимание на себя. Пока ты у меня убивал... Ну чё, золото, погнали, убивали блядь, тебя. Направо, ну. Конечно, у меня, блядь, 300 брони въебали. Конечно, я направо еду. Хотя не, я лучше в пустыне, наверное, как делаю. Кто уже, блядь, мне цветанул? Да разина ебаная, нах. Ты чё, блядь? Не пробьёшь, блядь, нахуй. Улица, нахуй, пустая, блядь. Ёбнул бы, да бабки жалко. Бить, блядь.
я у меня здесь нахуй посмотрел, что у меня, кажется, здесь пудинг стоит, понял, на восьмерке. Андрей Николаевич мне на фармилку поставил, блядь, пудинг, блядь. Ну, типа, у нее ремонт небольшой, ну, мало стоит, и можно пудингом заменить. Че, мы как, от здесь встаем от башни, или мы туда поджимаем? Да не, надо на этот. А здесь, блядь, она от башни, блядь. Ну, блядь, вот тут, вот, пожалуйста, нахуй, я от башни стою. Давай здесь стоять, пускай она, чтоб ПТ-шки нас крыли еще. Я поеду. Опа! Ну, у нас пацаны поехали. Можно, конечно, немного повъебываться. Показаться, потом попробовать отойти. Не попал, блядь. Ой. Повезло, блядь, ты 34 тебе. Повезло. Уилан, блядь. Давай, пизданёшь, как я тут скажу. Ебать, что пингует, нахуй. Сейчас 6 секунд перезаряжаюсь еще. Боится. Блять, сзади хуярят, заебали, блять. 3-1 уже их разъебываем. А что там видно, что-то? Разъеб нахуй. 3-2 уже. Пойду с той стороны выйду. Или ты пойдешь что? Да, я пойду. О, ВК снова вот этот танк нахуй. Надо, хочется, конечно, вылезти. Ну так, немного тебе пизданем. Да, такой си... Такой си... результат, нахуй, блядь. Сейчас я заряжусь туда и выйду, нахуй, если кому-то пиздану. Я не мини-текну. Ладно, чё, выйду, нахуй. Так, не, ну, не так. Проигрываемая стратегия, меняя сани, нахуй, просто толкаешь танк и едешь, нахуй. Ну я пизданул там одному на 800, сейчас перезаряжусь. Немножко хпшку разменял, надо давить их. Не пробил. Надо уже ту арту, блядь, чуть-чуть прокачать, блядь, покупать уже, блядь. Давай, нахуй, как мужчина, блядь, лоб-лоб, бичара. Вот, Крусейдера, блядь. Получай, нахуй. И он там был, блядь, тут ВЗшка и шпик здесь где-то, и Сюджа ягодка ебаная налита. Свободный опыт тратить неохота, блядь, потому что там сразу пушку надо будет покупать, блядь. Хуйнюшку, нахуй. Гусы, хуюсы. Гитару, митару, блядь. Пиздец, поехал с тяжами танковать, нахуй. Танковал ноль, нахуй. Я в середине еще, блядь. Да нет у меня чата, Лёха, блядь. Ты же не монитор не привез, блядь. С телефона чата нету с телефона. Да, Лёха, чё ты ему не привез монитор, а то хули, блядь. Бро, чат читать не может, блядь. Я читал бы с телефона, но там... Не попал, сука. Нет.
чата не видно, там просто трансляция. Все там видно, там ниже опускать надо. Куда ниже, блядь? А заедьте вы, ёб твою мать. Ну, у тебя приложение? Я-то через сайт захожу. И приложухи нету. В приложухе там реклама одна, нахуй. Сука, влез, что не попало, обидно, так бы его сфотографировал, блядь. Так. Ну-ка, сука. Стой. Не двигайся, бузевать. Двигайся, сука. Дёса 2, пойдёт. Всё, гусы ему, походу, поломали, блядь. Голубчик наш теперь, блядь. Мой, точнее, нахуй. А шо? Победка? Ну чё, бро, где там это, стакан водяга-то? Сейчас это... Охладиться пускай, то она теплая. Я теплую, Леха, не готов. Сейчас будет стакан водяги. Челлендж? Что у нас, челлендж сегодня? Ну, в смысле, уже бро задонили. Бля, ты еще же завтра на работу пойдешь, да? Не задонили, там вообще-то еще, блядь, сбор вон нарисован, блядь. В смысле сбор, нахуй? Я тебе отправил деньги, алло, блядь. Началась, блядь. Так я, блядь, так твои деньги-то, блядь, там... вложены. И что, надо донат еще повторить. Ну, твой будет. В смысле, ебать, твои деньги вложены? Мы с тобой договорились за полтора, блядь. Ну, может, кто-то еще, может, захочет. Чего ты сразу, блядь, угу. Начинаешь-то? Тут, блядь, только я и ты нахуй сидим, блядь. Дил, может, там пожелает, блядь. Ага, Дил, заодно не что-то. Конечно, блядь. Да не косарь хоть, ну там так по полтосику, нахуй. Нет. Всё, блядь. Чё? На чём идём? Давай-ка ещё на десяточке одну. Вот, личность фюрера кого-то дают, ебать. Десяточка, давай. Фюрера? Ну, немца. Где это? Да, вот задание у меня. То есть, типа, нанести 7500 тысяч и дает этот облик. И где? Какого-то, бля. Вильгельм Бергфо. Да-да. Типа Гитлера, на. Так, а где это там, ты видел? Да, просто выпало ежедневное задание. Но, блядь, это вот я выполнил тебя обычно, и вот выпала бонусная задача. И типа она вот эту мне хуйню дает. Mm-hmm. У меня с нее уже так несколько обликов падало. У меня вот на бабахе, блядь, этот Вебер не пробил, нахуй. Ты давай нахуй этот, ну, танк выбирай. Да, блядь, ты спрашивал, я тебе отвечал, нахуй. Пошел. Давай там договаривай, нахуй, блядь. Так. Чего у тебя там? Тяжик, да? Да нахуй ты все под меня берешь, нахуя это надо? Бери что хочешь, блядь. Ты что, блядь, заходим, мы что, заходим там, блядь, выигрывать, что ли, или что? Знаешь, что хочу? Хотя бы не проигрывать, блядь. Вот и все, блядь, а то сидит там, о, что под тебя взять? Ну вообще, блядь, нахуй, чтобы было интереснее играть, ебать. Да ебись, карта. Хуета? Да, для меня вот самое то тоже. Пизда нахуй. Я, пожалуй, воду, наверное, сразу, сходу. Выхожу, свечусь, ебут в ангар нахуй. И так по КД, да? Хуй тут, ебучий. Берег, блять. Ну, я даже не знаю, что здесь сделать. Типа, налево пойти, сверху встать. О, я достаю, нихуя. Или на гору, нахуй. Ебись, нахуй, блядь. Дай перекатку посмотрю, блядь. Животина ебаная. Д.
долетел даже, ёпта, блядь. Ну, я уже в свете. Я тоже. Заебись, что не в меня стреляли. А ты топишься? Хорош. Ну, это будет очень хуёво. Ну, нахуй, 1800, блядь.